Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Недавно я побывала в магазине «Книжный лабиринт» и нашла там книгу Тома Хоффмана «Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером». Том Хоффман – это американский художник и педагог с 40-летним стажем. До этого я видела эту книгу в интернете, и мне стало интересно ее полистать. И, прочитав вступление, я поняла, что эта книга то, что мне нужно. И, приехав домой, я ее скачала совершенно бесплатно и не спеша прочла дней за 5. Потому что в книге очень много иллюстраций, и если их отбросить, то самого текста останется страниц 100. Вот, но книга мне очень понравилась, читается она легко и написана простым, понятным языком. Написана емко и максимально информативно. Я думаю, что мне полезно будет даже перечитать некоторые моменты, а может и вообще всю книгу перечитать, и настолько она для меня действительно была полезной. И что очень радует, что книга написана с небольшой такой ноткой юмора. Например, Том пишет о том, что возможность повторно смочить бумагу спасла многих акварелистов от нервного срыва. Или он говорит, что когда он нанес первый слой, это может выглядеть настолько нелепо, что хочется сменить работу. И действительно, я сама по себе знаю, что когда рисуешь, первый слой, он может выглядеть как полная ерунда. Вот, и сразу начинают закрадываться мысли о том, что у тебя ничего не выйдет. Иногда даже порываешься все это выкинуть. Но если ты все-таки сдержался и не выкинул, и продолжил работу, то оказывается, что не все так плохо. Ну, потому что акварель – это многослойная живопись, и у вас обычно работа преображается с каждым новым слоем. И вообще книга написана в такой простой манере, как будто автор – ваш хороший приятель, друг, который просто и ненавязчиво делится с вами секретами мастерства. Чувствуется, что автор, как и вы, неравнодушен к своему делу, что он сам экспериментирует, ищет, пробует, ошибается и радуется победам. Поскольку я самостоятельно учусь рисовать, и у меня нет возможности спросить о чем-то у педагога, то эта книга дала мне ответы на многие вопросы, которые уже давно назрели у меня в процессе рисования. Я наконец поняла, что я делаю неправильно, что правильно. Если вы, как и я, новичок в этом деле и имеете хотя бы минимальный опыт рисования акварелью, то эта книга для вас. Вы узнаете много нового и подниметесь еще на одну ступеньку в вашем развитии. Автор пишет о тех вещах, с которыми сталкивается каждый акварелист в работе. И я, конечно, каждый раз сталкиваюсь, и поэтому мне было очень интересно читать. Но теперь о самом главном, о чем же эта книга. Эта книга не о технике рисования. Здесь нет инструкции, как делать заливку, например, и нет ничего о цветовом круге и подобных вещах. Книга отвечает на более глубокие вопросы. Она учит думать на языке акварели. Вы спросите, это как? А вот сейчас объясню. Когда художник рисует картину и делает мазок, то он делает это не бездумно. И у него все заранее спланировано и продуман каждый штрих. И он наперед знает, что и как он будет рисовать. В принципе, это и есть главная мысль этой книги, что нужно вдумчиво относиться к процессу. Автор учит нас, как самостоятельно мыслить, как художник. Мы должны уметь анализировать предмет изображения и сами задавать себе нужные вопросы в нужный момент и уметь правильно на них отвечать. То есть иметь технические навыки – это только полдела. Ну а какие вопросы возникают? Да их просто такое великое множество, что если я вам сейчас начну все перечислять, то это надолго. И чтобы как-то вообще разобраться и не сойти с ума, то можно объединить все эти вопросы до 4 главных категорий. Это тон, цвет, влажность и композиция. И как раз каждой из этих категорий посвящена отдельная глава. Вы узнаете, как определять тон, как работать с цветом, как контролировать влажность и как выстроить правильную композицию. И это не просто голая теория, а все разбирается и показывается на примерах работы других художников, в том числе и самого автора. Он говорит, что вот эта работа у меня не удалась, потому что то-то, то-то, а тут я это исправил и получилось вот так, и тут же картинка дается.
И также Том анализирует работы других художников и объясняет, почему здесь нарисовано так, а не иначе, почему здесь именно такой цвет, почему используется такой прием, а не иной. Ну и читая книгу, я для себя выделила 30 главных пунктов, таких правил, на которые я буду ориентироваться в дальнейшем и применять их в своих работах. О чем-то я сама догадывалась, что-то уже знала, и это подтвердилось. Ну и, конечно, очень много я узнала новых и полезных вещей, которые я законспектировала. Ну, например, как важно не перегружать картину цветами, что лучше использовать уже имеющиеся оттенки. Как важно вовремя остановиться и не перегрузить картину лишними деталями. Лучше намекнуть на сложность объекта, чем воспроизвести ее. Нужно научиться получать все цвета из трех основных. Что тон важнее цвета. Или еще автор пишет о том, что лучше не делать много слоев, иначе теряется прозрачность. Ну, как известно, солнечные лучи проникают сквозь прозрачный слой краски и отражаются от белой бумаги. За счет этого мы видим всю красоту цвета. Ну и, конечно, многое-многое другое. Но сейчас я вам все не буду рассказывать, иначе вам просто неинтересно будет читать. И еще Том предлагает иногда поделать какие-то упражнения для закрепления материала. Ну и напоследок хочу вам рассказать одну интересную историю. Недавно я рисовала работу, рисовала ее долго и мучительно, потому что никак не могла найти нужные цвета, как в референсе. В результате я их, конечно, нашла после долгих поисков и решила потом сделать выкраску на отдельном листике этих новых цветов, чтобы не забыть, что с чем смешивать. Вот, и как раз Том пишет, что его студенты тоже как-то сделали такую выкраску. Они трудились над ней целую неделю. Это была стопка листочков, где на обратной стороне было написано, какие краски смешать, чтобы получить такой цвет. Том, конечно, похвалил за недельный труд, но сказал, что лучше такой штукой не пользоваться. Я, конечно, тоже об этом догадывалась, и, короче, я поняла, что лучше не пользоваться такими цветовыми шпаргалками, это будет мешать вашему саморазвитию. Ну и в самом-самом конце хочу сказать, что в этой книге показывается несколько работ знаменитого акварелиста. Нашей с вами современности. Альваро Кастанеда. Это художник из Уругвая. И его городские пейзажи я считаю просто высшим пилотажем в акварели. Они мне очень-очень нравятся. И я прямо иногда порой не знаю, как это вообще нарисовано. В общем, очень круто. И он приезжал с мастер-классом в Москву. И есть на Ютубе запись этого мастер-класса. Если хотите, я могу вам ссылочку скинуть под видео. Вот, но он больше похож, знаете, на такого шоумена, чем на художника. И постоянно во время мастер-класса какие-то шуточки постоянно говорил. В общем, такой очень позитивный дядечка лет 50. Вот. Но у него был какой-то странный референс. Я не знаю, откуда он его взял. Это был совершенно такой темный снимок. Посередине была полная чернота с каким-то силуэтом домов непонятных. Внизу вообще было какая-то абракадабра непонятная, а вверху что-то похожее на Кремль, но только такие, в общем, силуэты черные и башни крыш на фоне уходящего солнца. В общем, вот так вот. Вот, и значит, он начинает это рисовать. Начинает вот эту черноту непонятную почти на весь лист рисовать. И в процессе говорит, что я тоже понимаю, что это получается какая-то ерунда, но подождите, в конце мы все исправим. Вот. И внизу он, значит, нарисовал что-то наподобие улиц, там какие-то пешеходы по тротуару идут. Пешеходов он точно тоже интересно рисует. Это, короче, такая клякса с двумя ножками, это у него, значит, человечек. Вот. В общем, так немножко абстрактно он так рисует. Вот, и в самом конце он добавил несколько штрихов белой краской. Такие акценты добавил. Вот, ну и посмотрев на работу, он потом сказал, что я честный человек и признаю, что это получилось не очень. Вот, и дайте мне еще 10 минут, и я все перерисую. И вот он за 10 или 15 минут сделал, нарисовал новую работу. Это, конечно, уже намного лучше было. Вот, ну и что он говорит по поводу вообще рисования? Он говорит, что когда работа уже готова, обычно чего-то не хватает, каких-то еще 20%.
И вот нужно уметь найти эти 20%, исправить и перерисовать работу. Вот. И говорит, что из работ, которые он нарисовал за год, всего выходит где-то примерно 10 шедевров. И для того, чтобы научиться рисовать таких вот человечков абстрактных, нужно тренироваться и рисовать их по 200 штук в день. Вот. И то, что он совершенно не умеет использовать зеленый цвет и не умеет им пользоваться, вот в этом он тоже признался. В общем, очень много интересного. Если хотите, посмотрите этот мастер-класс. Ну, в общем, наконец, на сегодня все. Что хочу сказать, что если вы рисуете акварелью, неравнодушны к этой теме и хотите развиваться дальше, то это... Хотите развиваться дальше, хотела сказать, извините, у меня тут техническая проблемка возникла, то, в общем, книга Тома Хоффмана «Как понять акварель» — это прям то, что вам советую я вам ее прочитать, рисовать, в общем, и вообще относиться, на самом деле, к рисованию. Нам автор советует просто, легко и, в общем, особо не заморачиваться, получать удовольствие от процесса. В общем, спасибо, кто выслушал это все. Всем пока, увидимся в новых видео.